Доброго времени суток, с вами Виджевери. Итак, сегодня 31 декабря 2014 года. Совсем скоро наступит новый год, 2015. Все будут кушать оливье, радоваться елке, если она там наряжена, не знаю. Но у меня есть дела поважнее. Я должна пройти пятую главу кампании «За людей». А именно... наступление плети. Потому что Warcraft важнее всего на свете. Итак, ранним утром следующего дня Артес и Джайна подошли к деревне Харглен. Давайте же посмотрим, что их там ждало. Харглен, наконец-то. Сейчас бы немного отдохнуть. Похоже, они готовятся к битве. Принц Артес! Ночью, неведомо откуда, появилась огромная армия Исчадий Тьмы. Они уже напали на несколько деревень. А сейчас они направляются сюда! Проклятье! Джайна, я останусь здесь и буду защищать деревню. Ты должна как можно быстрее добраться до лорда Утора и рассказать ему о случившемся. Но... Джайна, иди! Дорога каждая секунда! Джайна уходит. И мы остаемся одни, к сожалению. Но что поделать? Постой! Что находится в этих ящиках? Очередной груз зерна из Эндорала. Не беспокойтесь, милорд. Зерно уже раздали крестьянам. О, нет... Значит, эта чума не убивает людей? Да ладно. Она превращает их в зомби. Зомби тайм. Итак, не нужно хвалиться. Буквально несколько секунд назад это были обычные невинные крестьяне. А теперь это зомби, и мы должны их убить. Это несколько жестоко. За моего отца. Но все любят зомби, верно? Да, прям такое... праздничное настроение теперь прям. Да, мой друг. Единственное, что целитель он радует. Я смотрю, тут много разных артефактов. Свет дает мне силу. Да что ж ты шепелявишь-то так? Возьми конечно. Кольцо защиты, друг мой. Что такое? Нет, это мне нафиг не нужно. Я служу свету. Зелье маны. Или... Ладно, пусть за будет зелье отвагу. Маны. И свиток исцеления. Вы, ребятушки, идите сюда. Итак, наша задача. Задача наша продержаться 30 минут, уже 29, как вы можете видеть. 28 и 59 секунд и так далее. На нас будет нападать нежить. Злая, жестокая нежить. И мы должны сделать так, чтобы на нас не нападали. Очевидно. Так, Артес, блин. Где враг? Пошли сюда. За честь и отвагу. А здесь, насколько я помню, готов. Находятся отличный еще план. Крестьяне незараженные. Возможно, они смогут нам помочь. Хотя, возможно, мне память изменяет. Давно уж это было. Да, крестьянин. Конечно. Мы будем драться за Лордерон. Мужики, к оружию! Принц Артес, армия тьмы на подходе! Ни шагу назад. Фига они быстрые. Мы воины света. Мы не должны отступать. Фига же они быстрые. Это хоп и переоделись. Ага. Отличный план. Значит, решили зайти отсюда. Ну ладно. Мы с вами сейчас разберемся быстренько. Да, господь. Ты. Хорошо. Иди и чини. Я служу свету. Да ладно. Я знаю об этом. Мне нужно больше золота и вообще всего. И вообще вы, ребят, должны бы стать уже сильнее несколько. Что прикажете? Чего? Как скажете. Да, сэр. А еще мне нужно больше стрелков. Город осаждает меня правосудие. Разумеется. За моего отца!
Ну, пока что атаки слабые. И с каждой атакой они будут становиться все сильнее. Все больше нежити, все больше зла. И все труднее будет отражать эти самые атаки. Да, господин. Но... Ну, я пошел. Я уверена, что мы справимся. К бою готов? Если ты будешь чуть-чуть быстрее, короче... Да, ваше сельство. Чинить эту штуку. Что прикажете? Кто-нибудь ранен? Так. На что жалуетесь? У нас тут есть единственный в своем роде жрец. И пусть он, короче, туда-сюда бегает и всех исцеляет. А, будет несколько неприятно, если он погибнет. Но у нас нет выбора. Я найму чуть больше работников. Они самые дешевые и справляются со своими обязанностями идеально. А построить мне можно... Что такое хромая стена? Что он делает? Мастерство? Я готов. Не хватает золота. Да, пока не хватает золота, мне нужно... К бою готов? Чуть-чуть подождать. Буквально все. А, ага. У-у-у. Это у нас эти самые. Верно. Я готов. Волшебники всякие, жрецы, вкушицы, они мне очень понадобятся. Мне осталось подождать еще 25 минут, прежде чем придет утро. Хотя до Нового года осталось гораздо дольше. Но в любом случае, меня и Артеса сейчас объединяет одно и то же. Мы должны ждать. Ждать, терпеть и... Короче, ждать. Жаль, тут снега нет. Было бы такое новогоднее настроение. Впрочем... Поговаривают, что сейчас снега много где нет, да и вообще зима забыла про то, что она зима уже в который раз. Этот год какой-то странный уж слишком. Ну да и ладно, он скоро закончится. И пока что мы вот ждем, пока он закончится. Потому что подвинуть время мы, к сожалению, никак не можем. У нас тут на днях была плюсовая температура, да и сейчас вроде относительно тепло. Примерно как здесь. Если бы тут было немного снега, и можно уже начать Новый год. В конце концов, вон сколько елок-то, а? Так. А вы, короче, лес рубить, ок? Отлично. Так. Вроде бы весь периметр защищен. Но никогда не нужно... Никогда не нужно думать, что все идеально. Потому что если кажется, что все шикарно, значит скоро настанет что-то плохое. Например, вот сейчас. На нас напали опять. Мне нужно защищать этих ребят. В конце концов, может они простые юниты, но... Как скажете. Они ведь тоже люди, в конце-то концов. Отлично. Еще один целитель. И одна волшебница. Должна же у нас быть хоть одна, так скажем, снегурочка в эту замечательную ночь. Готово. Не могу же я за всех отдуваться тут, верно, да? Вот и отлично. Я несу исцеление. Ура! Короче, иди. Да будет так. Иди к ним. Ваша воля. У них время идет достаточно быстро, да, не поспоришь. Мне нужно еще больше работников. Да. Так, построил ферму? Молодец. Строй еще ну, одну. Я пошел. Опять работа. А ты тоже строй ферму. Мне нужно здесь много, нельзя, много, хорошо. много ферм. И мне не помешает мне еще. Мне подвластна магия. Защита. Чем я могу помочь? Иди, короче, это к Артесу. Он сегодня у нас с Дедом Морозом, где пусть враг? Будет. А, правда, у него не посох, а молот, но сойдет. И он не бородат, но вот зато куда вот стрелять? Этот вот бородатый. Будешь Дедом Морозом, короче, уже слышишь? В пути. А, помощник Деда Мороза. Кто-то из вас. Готово. Вот. Короче, да. На нас напали. Ну, я пошел. Там-таран-таран-таран.
Опять работа? Да, опять работа. Хорошо. Ты думал, что в новогоднюю ночь можно отлынивать? Вот и нет. Тем более, что у вас тут даже снега нет. На нас напали. О. Принц Артас, замечен большой караван нежити с грузом зараженного зерна. Его нужно остановить, прежде чем он доберется до других деревень. Так, нам дали дополнительное задание. И надо бы его выполнить. Но это будет нелегко. Я должна сделать этих ребят чуть-чуть сильнее. Я несу исцеление. На нас напали. Победи. Так, ты. Чем могу обратно помочь? Иди. Будешь их исцелять. Хорошо? Договорились? Чего? Ты построй еще одну фермочку, хорошо, да? Хорошо. Молодец. Да, господин. Ты у нас... А я даже не знаю, что ты можешь построить. На нас напали. Мастерская? Нет. Отлично. Здесь нельзя строить. Угу. Построй еще вот башенку, да? Башенки — это круто. Свет дает мне силу. Так, и мне нужно чуть больше пехотинцев. Ой, как мало денежек-то. Готово. Исследование завершено. Да ладно. Жду приказаний. 50. Готово. Так. Мне нельзя, по идее, оставлять это место. Не нужно кланяться. Ну, давайте, знаете, как поступим. Пойдем нашим небольшим дружным отрядом. Вперед. Отличный план. Разумеется. О! Конечно. Кто это тут у нас идет, а? Кто это такие? Жалкий глупец. К бою готов? Ага. Ладно, они отличный пусть план. Сами отдуваются. Исследование завершено. На нас напали. Так. За честь и отвагу. Ага. Я думаю, что завершено. Лучше зайти с тыла. Разумеется. Хотя я смутно... подозреваю, где у них за тут тыл. А, кажись, на я нашла. Конечно. А, мне за надо разобраться с зерном. Конечно. Отравленным. Итак, что у нас здесь? Разумеется. Деревня. На нас напали. И эта за деревня, она еще в порядке, да? Но я тут никого не вижу, к сожалению. Разумеется. Отличный план. За честь и отвагу! Ага. Пойдем вброд. Конечно. Где-то тут должен быть караван. Разумеется. С этим самым, как его, зерном. Конечно. Наш город осаждают враги. Это плохо. Принц Артас, караван выгрузил зерно во второй деревне. Что прикажете делать? На нас напали. А, вот и караванчик. Свет мы его власти. Нашли. За честь и отвагу. Так. То, что остается Артасу, это если мы целить. Груз, повелитель сдерет с нас шкуру. На нас напали. О нет, один все-таки погиб. Конечно. Живи! Чувак! Живи! А вот это уже плохо. На
наш город осаждают враги. Они убивают волшебницу, нет! За честь и отвагу. Черт! И снова я промахнулась. Ладно, исцеляй Артаса, фиг с тобой. Во имя православия. Понятно, Артас остался в одиночестве. Ну ладно, мне не жаль тебя сейчас потерять. А знаешь ли ты почему? Теперь я действительно зол. А вот потому что. Жалкий глупец. Блин, да ты в одиночку сильнее, чем все вместе твои, все эти, как их, рыцари. Что ты делаешь? Давай, давай, быстрей. Давай. Будем молиться свету, чтобы зараженное зерно больше не попало ни в одну деревню. Давай, давай, сражайся. На нас напали, наш герой погиб. К сожалению, Артас погиб. Но это не конец. Сегодня волшебная ночь, поэтому мы его воскресим. Так, да, ты. Наш город осаждают враги. Короче, строй башенку. Хорошо. Ок. Так. А вот это уже плохо. Мне нужны да, вы. Мой друг. Защищаемся. Защищаемся, ребят. Ох. Слышь? Чего приказание? Угу. На нас напали. Защищай. На что жалуетесь? Готово. Чё-то вас как-то мало. Или мне кажется. Опять работа? А это-то-то-то, беги. Они ж тебя убьют. Угу. Постройка завершена. Бою готов? Я готов. Отлично. Не хватает золота. Ну, конечно же, не хватает золота. Ну, давай. Чего? Да, все очень непросто. Тем более, что у нас опять тут Артас. Бедняга Артас. Готово. Хорошо. Как же так получилось, что ты у нас? Да, господин. Нужно больше золота, ребятки. Опять работа? Да. Угу. А вот и Артас. Я служу свету. Он вернулся. Конечно. Ну, как же иначе? Отличный план. Вот так-то. Конечно. Постройка завершена. Короче, иди сюда. Да. А, построим еще башенок. Ну, я пошел. Осталось дождаться всего 13 минут. И мы подождем. Уж я-то умею ждать. Да, мой друг. Так. И откуда же вы нападете в этот раз? Настало утро. Наш город осаждают враги. Идеально. Чего стоим? Кого ждем? Готово. Чего? Угу. Это-то-то. Хорошо. Ты иди, короче, строй еще башенку. Опять работа. А ты? Что там у нас не хватает? Хорошо. О, трудник, короче, да. На нас напали. Мне подвластна магия. Ура! Тебе нужна моя помощь? Сюда иди, сюда. Ну, если ты настаиваешь. Или все-таки сюда. Еще мне нужен один что жрец. Кто-нибудь ранен? Ну, этот пока занят. Готово. Потом я сотворю еще одного. Почему бы нет? Во имя правосудия. Да.
Нужно больше башенок. Ой. Угу. Ребята, ны! На что жалуетесь? Тут у нас наступление. Да, господин. Ну он же строил. Хорошо. Вот это знаете, как карточный домик разрушить у человека, который этот самый домик собирал черт знает сколько времени. А потом еще его самого убить. Это... Наш город осаждают враги. Это чертовски жестоко. О! Не кто тут париться. У нас левелапнулся? Я чего? Готов. Угу. Где враг? О! Да ты молодец. Во имя правосудия. Постройка да, завершена. А... Боюсь, до суда ты не доберешься живым, но... Ну, а вдруг? Готово. Я назову тебя, не знаю... Как тебя назвать-то? Исследование завершено. Годрик. Будешь Годрик. Иди, Годрик. Ты сильный, ты крутой. Ты должен построить ратушу. Где-то там. Я не знаю, есть ли там враги. Но если они есть... Тебе капец, конечно, но... Если нет... Ты построишь ратушу. Враги. Да. Ты молодец, Годрик. Строй ратушу. Твое имя запомнят навсегда все, кто только могут. Эй, чё стоим-ка, ждём? Я служу свято. Защищаем. Вся. Да. Да, без Джайны несколько печально. Но утро с Джайной появится где-то через 10 минут. Точно! Утро Джайна! Дед Мороз и Снегурочка! Вот чего мы ждем на самом деле! А я-то, блин, думаю... Да, господин. Так, чувак, ну я даже не знаю, что тебе сделать-то даже. Опять работаю? Построй ферму! Хорошо. Это любимое занятие всех, я знаю. Не нужно кланяться. Так. Отличный план. Исцеляем. Мне не нужно, чтобы тут кто-то... Погиб у нас, это совершенно не круто, скажу я вам. Наш город осаждают враги. Ой, да сколько же можно? Разумеется. Дым-дым-дым. Ставьте в покое мои башенки! Я их не для этого строила, чтобы вы их разрушали. Я их строила для защиты. О, нет. Чувак, прости, я не успела. Чем могу помочь? Сюда, скорей, на подмогу. Постройка завершена. У тебя тихо, спокойно. Где враг? К бою готов? За моего отца! Да, долго еще до воскрешения-то ждать. Да? Чини башенки. Так у меня же их недавно строил. Вы что, совсем офигели? Да, вот прикинь. Боюсь, они оттуда опять нападут. А может даже отсюда. Но я не знаю. Поэтому пока что чини башенки. Как скажете. Как гномики вообще. Физиогномики. К бою готов? Совсем чуть-чуть осталось. Да, я была права, они напали с этой стороны. Что прикажете? А понадобится нам здесь вот кто. И вот кто.
Все, стоим, кого ждем. Давайте, добрые молодцы, сражайтесь. О, молодчиночка. Жду приказаний. Так. Мне подвластна магия. Это радует. Осталось 6 минут до прихода Деда Мороза. Ну что ж, ждем, ждем, надеемся и ждем. Это все, что нам остается. Потому что, к сожалению, повлиять на время мы не можем. Я готов. А, да, чини башенку. Да. Я несу исцеление. Ну, я пошел. Добывайте золото. Молодцы. Так. А у меня достаточно денег, чтобы что? Так нечестно. Он только эту башенку... Вы ее разрушили, но поздравляю. Сволочи. Там-там. Там-там-там. Где тут у нас была где-то лесопилка? Или как ее? Блин, я забыла. Во. Улучшенные топоры. Я не знаю, зачем это делаю. Жду приказаний. Просто чтобы куда-то девать казну, чего? Я так понимаю. Хорошо. Все молодцы! Боюсь, что они скоро отсюда начнут приходить. Это не круто. Опять работа? Да. Строй башенку, тут их не осталось вообще. Готов? Да, вообще их тут не осталось. Это неправильно. Свет дает мне силу. Я несу исцеление. Ты. Чего? Ты. Ферму строй. Здесь нельзя строить. Да можно, можно, строй. Исследование завершено. Я готов. Исследование завершено. Готово. Так, осталось 4 минуты. Как медленно время-то идет, а? Ну ничего, я умею ждать. Я вообще, у меня просто ангельское терпение, хотя я не люблю ждать. О, нет! Они слабенькие, но они стараются. Как-то я не подумала, что им все-таки нужна армия здесь. Я готов. К бою готов. Осталось 3 минуты. Ну, я хотя бы пыталась. Я готов. Исследование завершено. Ну, ладно, ребят. Мне вас жаль, но вы пытались. А здесь у вас тихо. Затишье перед бурей, значит, да? Боюсь я, что этого рудника надолго не хватит. Но, с другой стороны, 3 минуты всего осталось продержаться. У меня выполнено... О, дополнительное задание, я молодец. Но этого мало. Хорошо. Они убили Годрика. Опять работа. Сволочи. Значит, туда пойдешь ты. Я не знаю, как тебя назвать. Пусть ты будешь Джон. Джон Смит. И... Ну, нет. Мне подвластна магия. Ты, короче, пойдешь вот с ней. Хорошо, Джон Смит? Джон? А, он за тобой увязался. Хорошо. Не так быстро, котик.
Пойдем, пойдем. Это дело эльфа. Втроем-то вы все равно круче. Вопрос времени. Золотой рудник скоро иссякнет. Неплохая мысль. Я несу вот. Исцеление. Нет. Нам нужен рудник. Вопрос времени. Здесь тут никого нету. Так тихо, спокойно, елочки. Птички поют. И сейчас хоп, откуда-нибудь нежить, целая куча нежити появится. Но с другой стороны, мне осталось-то 1,5 минутки. Ты? Да. Джон Смит? Строю ратушу. Друже. Ну, я пошел. Чего хочешь, зайка? Защищай Джона Смита. Всеми силами. А мне бы еще тут не помешали вы. Вот. Чё стоим? Кого ждем? Давай башенку строить, что ли? Хорошо. Чтобы они еще и стреляли. Ой, как мало осталось денежек-то, а? Рудник-то скоро иссякнет. А Джон Смит не такой уж и быстрый. Так. Я служу свету. Народ. Я бы вам помогла, но, к сожалению, это невозможно. Им нет есть числа. Проблема. Да, им нет числа. Свет дает мне силу. Артас, давай, ты справишься. Осталось всего-навсего 15 секунд. Давай. Давай. Не-не. Никаких смертей мне тут. Основное задание выполнено. Я всех воскрешу. Фига их много-то, а? Вы только посмотрите. Это ж просто... У меня даже слов нету. Это настоящий ад. Свет придает мне силы. За лорда Рон! За короля! Ура! Конница будённого! Ой, сколько лошадок-то! И правда много! Ута! Слава Утору! Ты даже не представляешь, слава Деду Морозу! Рано праздновать победу, сынок. Бой еще не закончен. Я удивлен, что тебе удалось сдерживать их натиск так долго, мой мальчик. Если бы я познал... Знаешь, Утор, я сделал все, что мог. Конечно, если бы у меня за спиной был легион всадников. Сейчас не время мечтать. Это только начало. Ряды нежити пополняются каждый раз, когда гибнет кто-то из наших воинов. Значит, мы должны ударить по их повелителю. Если понадобится, я сам отправлю в Стратхольм и убью Малгануса. Тише, мой мальчик. И смотря на всю твою храбрость, тебе не удастся в одиночку победить того, кто командует легионами мертвых. Тогда счастливо оставаться, Утор. Я ухожу. С тобой или без тебя? Обиделся. Артас молодец! И я тоже молодец, мы все молодцы! Но самое главное, это то, что скоро Новый год. Поэтому желаю вам успехов, удачи, здоровья, счастья и всего такого прочего в новом году, да и вообще. Большое вам спасибо за просмотр. Надеюсь, вам очень понравилось. Удачи вам в жизни и с Новым годом! Новый год на всех парах нам мчится. Поскорей впусти его в свой дом. Посмотри, уже в окно стучится, скоро он наполнит дом теплом. Нужно нам всего лишь верить в чудо.
На полную версию есть в описании.